правила безопасности существуют во многом. Даже на реке нужно вести себя правильно. Например, не купаться в холодной воде и уж тем более не бежать плавать после распития алкогольных напитков. 11 июля 2020 года в вечернее время в реке Кама в районе порта Усолка обнаружен труп мужчины 70-го года рождения, который, как пояснили очевидцы, утонул в процессе купания. Также стало известно, что мужчина был нетрезв. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. На скамье подсудимых оказалась женщина, которая, угрожая ножом ребенку, забрала у него деньги. 17 июня 2020 года в дневное время женщина 1992 года рождения в северной части города возле магазина одежды и обувь по улице Северная 10 города Соликамска, открыта под угрозой применения насилия, неопасного для жизни и здоровья, похитила у несовершеннолетней 2007 года рождения денежные средства в сумме 500 рублей. По результатам проверки будет принято решение, как наказать 28-летнюю женщину. Следователи из отдела полиции Ленинского района Перми закончили расследование многоэпизодного дела в отношении 25-летнего уроженца Читы. Мужчину обвиняют в серии хищений из квартир пенсионеров. Злоумышленник проникал в дома потерпевших под видом сотрудника компании интернет-провайдера. Подозреваемый объяснял, что техническое оборудование организации дало сбой, поэтому нужно срочно проверить гаджеты, подключенные к интернету. Следователи установили причастность уроженца Читы к 12 эпизодам преступной деятельности. Общий ущерб составил 230 тысяч рублей. Полицейские не исключают, что не все потерпевшие обратились с заявлениями. Если вы пострадали от рук этого человека, обратитесь в ближайший отдел полиции.